Газпромнефть – любимая АЗС у каждого четвертого россиянина. Исследование, которое провела компания «Нильсен», прошло на двух уровнях – федеральном и региональном. На федеральном уровне 25% респондентов назвали «Газпромнефть» своей любимой АЗС. Отвечая на вопрос о том, на каких станциях чаще всего заправляются опрошенные, сеть АЗС «Газпромнефть» указали более трети. По уровню узнаваемости в общероссийском рейтинге сеть занимает второе место. А на премиальное топливо G-Drive в регионах присутствия компании по узнаваемости бренда находится на первой позиции. В целом по стране на второй. Высокую оценку потребителей получил дизайн АЗС «Газпромнефть». 40% респондентов отметили, что им нравится оформление заправочных комплексов. Кроме этого, сеть лидирует среди конкурентов благодаря лучшим дополнительным услугам.